Привет всем! Вы даже не представляете, насколько полезен для здоровья этот традиционный восточный плод. Раскрываем подробности целебных финиковых свойств. Вот что случится, если вы будете есть по 3 финика в день. 1. Артерии скажут вам спасибо. Солидное содержание калия делает финики прекрасным средством для очистки сосудов. А значит, любителям этих плодов и грозный атеросклероз не страшен. 2. Печень поблагодарит за защиту. Финиковая диета помогает избавиться от накопившихся токсинов, поддерживая работу печени и защищая ее от цирроза. 3. Энергетический заряд. Всего 3 фиников достаточно, чтобы почувствовать прилив сил. А все из-за высокого содержания в них глюкозы и полезных масел. Не зря же финики входят в рацион представителей большого спорта. 4. Глаза станут зорче. Хотелось бы иметь орлиный взгляд. Финик вам в помощь. Регулярное поедание этих природных сладостей снабдит вас нужным количеством витамина А, и к тому же будет способствовать должной защите оболочки глаз от лишнего солнечного излучения. 5. Сердце радостно забьется. И, конечно, финики порадуют сердечников. Врачи советуют непременно включать эти плоды в свой рацион с целью профилактики неприятностей со здоровьем мотора. Финики поддержат и работу самого сердца, и, как мы помним, сосуды прочистят. 6. Пищеварение стабилизируется. Очищающий финиковый эффект заметен не только на сосудах, но и на желудочно-кишечном тракте, содержащиеся в них вещества помогают перевариванию пищи. Поэтому медики советуют применять такое сладкое лекарство для профилактики расстройств и даже опухолей желудка. 7. Даже боли отступит. Удивительно, но финики обладают и таким эффектом. Эти уникальные фрукты снижают активность вредоносных организмов и ликвидируют воспаление, отсюда и болеутоляющие действия. Причем финики умудряются делать это без побочных эффектов и привыкания, что отличает их от аптечных лекарств. На этом у меня все, делитесь мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк вверх. До новых встреч, мои хорошие!